Привет всем, друзья! Сегодня мы находимся в городе Нюрнберге, в Германии. Презентируем отель Premier Inn. Сейчас я вам покажу улицу, где мы находимся, Бахнхофстрассе 14. Это недалеко от железнодорожного вокзала. Вот в этой стороне можно поставить машину. Стоянка стоит 8 евро на сутки. В самом отеле стоит стоянка 16 евро. Вот так выглядит отель снаружи. Главный железнодорожный вокзал находится в той стороне. Сейчас проходим в отель и посмотрим комнаты. Здесь находится рецепцион. Нужно руки дезинфицировать. Вот можно водички попить. Здесь бар. Здесь нужно ожидать друзей своих. Сейчас зайдем в кафе. Вот такая обстановка уютная, домашняя. Сюда мы не будем в столовую заходить. Небольшой. Тут можно напитки попить, кофе, чай. В той стороне туалеты находятся. Так, красивая оригинальная люстра. В той стороне можно подняться по лестнице. Какие красивые люстры. Здесь можно купить напитки. Вот по этому адресу в интернете можете заказать этот отель. Но тут еще одна особенность. Чтобы вызвать лифт, нужно вот такую карту подставить к вот этой красной, черной штучке. Заходим в большой лифт, просторный. Так, выходим из лифта. Идем по коридору прямо. Выбираем комнату, любую. Это самый честный обзор в нашем канале. Допустим, вот эту выберем со счастливым номером 513. Также нужно поставить карточку. Если не, тогда двери откроются. Выходим. Никого тут нету. Вот как выглядит душ. Вода есть холодная, горячая. Для мыла фен. Немецкая хорошая сантехника. Витры такие же оригинальные. Горячая, холодная, горячая вода. Проходим дальше. Можно попить чаю, кофе,
сейф. Все застелено красиво. Видите, какие оригинальные спинки у кровати. Светильники какие красивые. Вот, когда два сразу, будет вместе красиво. Оригинальные картины в каждом номере по-английски написано. Ну, что-то хорошее, пока не знаю, некогда было читать. Вот такие глухие шторы. Комнаты тихие. Идет телевизор. В мире животных. Тут стол с креслом. Здесь одежду можно положить. Здесь напитки. Все, выходим. Вот кондиционер. Всего всем хорошего. До свидания. До новых волнующих встреч.